have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, Робокоп здесь. Давайте посмотрим, все ли мы везде ли смогли посмотреть, сделать второстепенное задание. Давайте, кстати, задание еще глянем. Служить, защищать, это у нас за обстановкой, подмечайте, найти нарушение 5 из 6. Тут где-то есть еще одно нарушение, прикиньте, я еще одно что-то не нашел. Там было пролитое масло, 2 штрафа. Это так 3 сходу, значит, где-то я еще 2 находил какие-то. А, погоди, штраф за выброс мусора был и предупреждение, там, где я мог выписать штраф за перевернутую тележку. Что-то еще одно должно быть где-то. Прикольно то, что они это пишут. Пожалуйста, на швах не лагай, я тебя очень прошу. Дорога закрыта. Так, Video Rentals, где мы сейчас? Мы сейчас здесь. Тут вроде ничего такого нету. Пойдемте, может, все-таки реально по основному заданию. Ох ты ж, ё, пожалуйста, не делай так. Охренеть. Да, Робокоп здесь. Какие тут, кстати, киношки? Прокси. Death Waits. TJ Laser Resurrection. Неплохо. А тут я в углу. Я не могу пройти. Нет, знаете, вот эта фишка, что 5 из 6, оно гораздо обиднее, если бы там было, например, 2 из 5 или 2 из 6, потому что... Those people on first floor are paranoid. They put blinds in the windows. Can't watch the TV no more. Ага, pawn shop. Loan or buy. 555. Quick cash. Понятно. Тебе тут хорошо? О чем вы трендите? Ладно, пойдем. Вот, кстати, еще один рабочий телефон. Я мог отсюда позвонить. Давайте сейчас секундочку еще. Зайдем сюда в переулок. Тут вроде ничего такого нету. Ладно, фиг с вами. Тут тоже вроде ничего такого нету. Не в угоне тачка. Ладно. 30 метров. Че, сделаем супергеройское приземление? Или я отсюда не могу спрыгнуть? Погодите, я отсюда не могу спрыгнуть, да? Тут я находил разную всякую фигню. Блин, это печально. Мне нужно прям в это же здание. Я не могу отсюда спрыгнуть. Я молодец. Ладно. Я хотел эффектно появиться перед входом. Там такие стоят на входе, разговаривают. Такой... Хотя бы нет дождя, согласен. Тебе ничего не надо? У тебя все нормально? Это была ирония, если что. Кенди. Так, мне сюда, в эту дверку. Тут какая-то машина хорошая, красивая, чистая. Тут какая-то машина немножечко похуже, хотя все равно красивая. Shh, pigs. Mind your own business, cop. Так. Так, так, так. Че, о чем вы тут трендите? If you feel lonely, you know where to find me, officer. Мне кажется, у нас с тобой вольтаж не совпадает. Я не уверен, что... А, это я просто там прошел, это вот эта часть, да, получается? Ну-ка, а тебе, дружище, ничего не надо? У тебя все хорошо, я понял.
Мне хочется, вот, знаете, полностью получить из этой игры все, что можно получить, все задания, все уголочки, все обшарить, потому что... Я потому так и тяну с основным заданием. Ну ладно, похоже, реально придется идти искать пепла. Хотя, ну это же не факт, что мы уйдем с этой зоны, это мы просто пойдем по основному заданию. Я думаю, после стольких побочек мы можем это сделать. Поехали. К тому же, вот это оставшееся нарушение, это же не обязательно разговор с человеком. Дерьмо! Как она тебе отдаст их? Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey, this shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Мне кажется, ты об этом пожалеешь. Why don't you join me there, and we'll talk. Понял тебя. Oh, on second thought, you can't do that, because you don't have a warrant, do you? Сейчас я им обзаведусь. Да. Давай компроматика на него заведу, и все будет хорошо. Я могу выломать эту дверь. Пойти в подвал. Так, дружище. Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag. But if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? Подумай о будущем. School may seem now like a difficult option, but it will pay off in the future. Future? Look on the street. You must have a microwave for a brain if you think that. Не удалось мне его разговорить. Жаль, видимо, была опция с ним поговорить, чтобы он дал показания, но нет. Красные глаза от несладкого сна не относятся к делу. Жаль. Там была указательная дверь, то есть я ее могу просто выломать нахрен, но... Ну, подождите. На самом деле очень жаль, что я не смог разговорить этого придурка. Было бы все гораздо проще. Просто охренеть. Шприц. Со следами смазки для петлей. Не относится к делу. Подловили. Я практически был уверен, что это улика. Ну, тут же стопудов есть что-то, что относится к делу. Я ж не просто так хожу. Войти в подвал. Мне бы на самом деле ордер... обнаружено подросток, злоупотребляющий психотропными веществами. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but you are my TV hero, so... All right, all of the arcade staff will sell to you, as long as you got cash. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. You could help me sneak into the basement to keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Вы поможете? Way to go, TJ! Получен ордер на обыск. Все, до свидания. Is that the ocean? И это именно он. Это именно океан.
Я мог бы просто, на самом деле, взломать ту дверь, я так понимаю, но зачем? Когда у меня есть улики. Понимаете, что любая вещь, сказанная в его присутствии, автоматически записывается и превращается в улику? Это... Хотел сказать, это офигенно, если бы так было в самом деле, но сейчас у каждого полицейского висит камера, но каким-то образом зачастую полицейские все равно умудряются... Ну, вы понимаете, ладно, не буду об этом. Так. Я могу зайти, но сначала... И относится к делу. Не относится к делу. Вышедшее содержание желудка. То есть я нашел блевоту, серьезно, и... В общем, скорее всего, два моих варианта были найти обдолбыша и поговорить с этим дебилом. Но с дебилом не получилось, поэтому поговорили с обдолбышем. Open the door. I have the warrant. Oopsie, I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Я с пушкой, не? Ну, вместе с дверью сломали еще и тебе нос или шею, или еще что-то. Ну, на самом деле. На. Нет, не особо. Surrender your weapons. Я не ожидал, что так быстро придется стрелять. Сколько у вас тут на метр квадратный? Все с ппшками. Вы нормальные вообще? Нормально. Он же даже не достает оружие. По нему уже начинает стрелять. Он такой, сдавайтесь. Сдайте свое оружие. Нормально. Халявная хилка. Почему бы не воспользоваться? Я не хочу подбирать их трэшовое оружие, у меня есть... Кого-то можно было стулом ушатать. У меня есть своя винтовка, у меня есть пистолет. Мне кажется, что это как-то неаутентично подбирать всякий трэш с пола. Нюк. Говори нюк или проваливай. Скажи клиентам, что вы перестали называть нюк выдуманным названием. Хватит уже этих двойных сыров, тетушек Н, острых соусов, трупоноса, красных, да чего угодно. Моих ребят это путает, а значит и на бизнес похуляет. Копы все равно ничего не умеют, зачем шифроваться? А эти торчки либо пусть называют нюк нюком, либо лесом идут. То очаровательный беззвездный босс П. Ну, босс, тебе будет П, поверь мне. Вот этих утырков я даже не вижу. Не вижу смысла убивать из винтовки. Из винтовки я буду убивать что-то более серьезное. Их можно просто перестрелять нахрен. Поэтому... Улика преступления. Death awaits. Скримачок такой, прикольно. Его можно было схватить. А вообще чел стойкий оказался. Ему заходит три раза по три пули.
А он нормально. Это на самом деле немножко путает то, что их можно схватывать, и они обозначаются так же, как, например, и улики, и все остальное. Вот как этот монитор, который тут был, который тоже можно было схватить. Их надо все брать и разбивать, чтобы они не меш... У-у-у, можно и так делать. Аркадные автоматы вам явно не нужны. Так, ну поехали. В смысле закрыто? Кому вы это говорите? Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find Soot? Well, if that's the case, shut it, bozo. Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant. And don't you dare open that door, I'll shoot you. Have it your way. Я тебя пристрелю. Минус три. Подлечились. Можно было бы, кстати, и в это выстрелить. Мне кажется, если бы я в это выстрелил, мне бы дали дополнительные баллы, да? Черт. Я в этом уверен, но... Так, ладно. Extreme New Connection. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Сканирование. Код от сейфа. Супер, давайте мне сейф. Вот он. Фальшивые деньги, украденные драгоценности. Сканирование. Так. Его фото сделаны с у дома. Заметки. Итак, это место патрулирует слишком много копов. Не уходить, пока информатор не заговорит. Приказ пепла. Вот деток со стукача слаб. Использовать грязный нюк, чтобы выжить. Вот дом с призраками. Дальше, на ули... Дальше по улице у железной дороги. Дом с призраками. Нет записанных сообщений. Это печально. Полученную зацепку нужно исследовать дом с призраками. Ну что ж, идем туда. А, вот ну-ка. Счет за установку. Кнопка для стола. 62 бронированные ворота. Установка 508 всего. Спасибо, что выбрали компанию технологий безопасности. Кнопка для... Охренеть. Где что открылось? А! Вот это открылось. Учебное... Чего, блин? Новое очко момент... Я себе просто так только что очко нашел? Это, конечно, плохо сейчас прозвучало, но я об этом поздно подумал. Так, с очком я, наверное, буду разбираться потом. Я могу как-то отсюда выйти через их дверь, не? Только обратно топать. Микро-ПП. Да, эта штука явно выделяется. Мне нужно было успеть по ней попасть. Но сейчас я это сделать не могу. То есть, когда нет угрозы, он просто не достает оружие. Ну и опять же, я могу понять, почему это происходит. Потому что он чертов робот-полицейский. Это не положено по уставу просто махать оружием. Он этого и не делает. Так, ну тут мы со всеми договорились. Не со всеми стоять. Очевидно, такое на столе лежало, но... Я не могу совершать никакого действия, пока оно не обозначено. Давайте так.
чувак меня еще и ведет по чекпоинтам. С чуваком в туалете поговорить, нет? Мне интересно, что он, она скажет. А их, его, ее уже тут нет. Его, наверное, все-таки. Так, погодите, я заблудился в этой рыгаловке. Вот тут выход. Да, все. Я придется пройти через железную дверь. Что интересно, есть некие вещи, там, всякие действия, это зажим кнопки, а подбор это нажатие кнопки. Но когда я вот эту вот point нашел, его нужно было именно зажать, как будто это действие, а не подбор. Ну, ладно. Тут классные нычки. Мне нравится. Работа для коронера. Прикиньте, обычному полицейскому, когда он совершает убийство на задании, на работе, ему приходится писать кучу рапортов и всякое такое. А робокопу нет, у него просто типа вот лицензия на то, чтобы так поступать. С машинами тут все в порядке. Ни одна из них не мешает проезду. Ладно. Аркада. Так, 170 метров. Минечку, а мне как туда лучше пройти? А по этой же дороге и пройду. Если пошевелимся. Мне нравятся здешние задания, в смысле того, что есть всегда какая-нибудь тайная кнопочка, комната, улика. Оно... А, блин, пожалуйста, не лагай. Да, оно не подсвечивается само по себе, его надо найти. Да, это не сложно, но это приятно, то, что тебя просят поискать. Да, ну, пожалуйста, на склейках не пролагивай. Это пока единственная проблема из таких больших, которую я нашел. Подождите, а мы тут не были. Краденый кошелек. Или это место там, где мы расследовали убийство шлюпки? Да вроде нет. Чё тут тачка на тачке стоит, неинтересно. Какие интересные темные подворотни. Тут и тут ничего не творится, серьезно? Офигеть, я тут вообще не был, да? Или? Нет, меня тут не было. Ну, продал ты боты за пятнашку, и что, тебе-то разница, я же тебя за это не арестую. Наверное. Нет, я тут не был, это прям целый отдельный тупичок, в котором я не был. Ну-ка. Независимые новости. В этом выпуске внеземной маркетинг. За зданием суда снимается очередной рекламный ролик, напичканный посланиями, которые воздействуют на подсознание. На этот раз им нас не провести. Новый тренд «засорим реку» или просто прикрытие, чтобы незаметно накормить монстров, которые живут под зеркалом воды. Знаки. Пришельцы оставляют свои имена на стенах зданий рядом с прачечной. Так они собираются захватить весь город и захватят, если мы их не оставим. Я понял, кто распространяет это. Я понял. Офигеть, я мог это и не найти. Coming up is your air freshener secretly killing you. Find out at 11. Это ж машина, которая приехала, да?
Да-да-да-да-да, я сюда приехал и пошел сразу туда. Это локация сзади, типа. Офигеть. Тут еще куча всего, на что можно посмотреть. А хотя вот заправка, да. Кстати, от заправки-то я потом пошел сразу обратно. Выход на дорогу, я так понимаю, он мне ничего не даст. Ныряем обратно в эти в переулки к бомжарикам. А, ну что ж. Тут мы все обшарили, вроде как. Это гараж. Нет, и здесь я был. Короче, то тут, то там я потихонечку все эти места проходил, но как-то они остались за кадром, потому что я к ним то ли спиной был, то ли не успел все обшарить, то ли еще что. В общем, прикольно. Ладно, заходим. Минуточку, а вот тут у вас ничего интересненького нету. Стол какой-то. Стул. Ну ладно, стол могли выкинуть, это не преступление. Печка, вы тут живете прям, вы тут у вас все нормально. Ага, мне туда, я понял. Сейчас я вот эти вот свалочки немножечко обшарю. Фига себе. Распитие алкоголя в общественном месте. Это, по-моему, шестое нарушение, которое нашел. Is against the law. Public? But this is my private sofa. I've dragged it all the way from the junkyard. Ну, это очень такое себе общественное место, во-первых, потому что он бомж. Во-вторых, у него тут и диванчик, я же говорю, они тут живут, и... Я не буду его за это штрафовать. I will let you go this time, but remember that drinking in an unsuitable environment can lead to severe consequences. Well, that's the whole point. Оправдали доверие народа и поддержали закон. Я так понимаю, это зачастую геометрально противоположные вещи. Так, это мне выполнило полностью задание с... Да. Развернуть. Полицейская работа, срочные новости. Украденные вещи и улики. Улики преступления, полицейская работа выполнена. Так, слишком много жалоб. Хорошо, я так понимаю, что с побочками официально здесь завершено. Это интересно, хорошо, что я нашел последнюю. Она бы мне не давала спать, наверное. Поехали дом с призраками искать. Из задания официально у нас осталось только одно. Поиск пепла. Все, поехали. Этот пепелац найдем. Войти в дом с призраками. Карта, она какая-то... Нет, она на самом деле, она мне изначально показалась небольшой. Потом она мне показалась большой, потом я скорее понял, что она очень насыщенная. Тут довольно много событий на относительно маленькую территорию. Это прикольно. Можно было бы чисто теоретически... Это относительно небольшая территория, я же говорю, можно было приколупаться, что это все так тесно, почему все эти события происходят здесь, но меня это на самом деле больше радует, чем раздражает, поэтому с этим никаких проблем нету. Железный урод пришел за вашими задницами. Задело, вот же ж... Надо стыдиться. Бам. Целится в шею, тогда очень хорошо попадает в голову. С вами...
Неплохо меня так размотали. Вот это сейчас было очень неприятно. На тебе в подмышку. Я наверх сзади даже не посмотрел. Фига себе, тут может быть и такое. Но это вполне логично, кстати. У них чертово туалетное пулеметное гнездо. Вы вообще нормальные? Я могу сюда зайти? Фига себе. Знаете, в старых играх было такое место спауна врагов, куда просто дверка открывается и там в никуда. Они попадают. Я не знаю, мне... Каждый раз, когда я более-менее для себя определяю, что я хочу качать... Здрасте, штурмовая. Не, вот такую не хочу. Такую винтовку не хочу, спасибо. Микро-ПП, все это. А, эта бутылка разбивается. Неплохо, лампочка. Молодежь любит темные места. Ну, нет, эти вещи разбиваются, прикольно. Пулемет. А пулеметом я могу пользоваться? Пожалуйста. Лошара. Могу. Я застрял. Классно, меня хилочкой заманили, и мне пришлось тут же эту же хилочку слить. Это печально. А куда он? А, это вместо моей винтовки? 100 патронов. Какой нафиг схватить? Ты о чем? Я могу его просто с собой таскать? Окей. Мне такое развитие событий нравится. Мне наверх, я понял. Тут никаких улик, ничего больше не будет, скорее всего. Кресло, которое можно хватать. Зачем я на него целых 3 патрона потратил? О, там какая-то улика. Нюк. Нюка-кола. Вот это разбить можно. Половину пулемета я потратил. Он у меня даже не обозначился. Сейф. Инженерия 6 уровня. Должен быть код от чертового сейфа. Но где? Я вроде внимательно все осматривал. Нет, это не код.
Возьми пистолет, пожалуйста. С ним мы не так половину экрана закрываем. Прыгнуть в шахту, тогда я уже сюда не вернусь. Где чертов пароль? Признавайтесь, твари. Это печально, если я его просто где-то пропустил, да? Я тут все поломал. Так. Спасибо, не свети мне в глаза. Я все поломаю, чтобы... Казалось, что там что-то есть. Черт, я хочу этот сейф. Вы че? Я в окно хотел выкинуть. Вот он. Нет, это нюк. Это нюк в коробке от пиццы. Я был уверен, что там сейчас будет этот пароль от сейфа. Черт, черт, черт. Ну, шестой уровень инженерии, это вообще нереально. Так. Любой яркий свет я буду, наверное, вырубать, потому что... Нет, ну это уже слишком перебор. Я уже не знаю, куда спустился. Пароль должен быть где-то там. То у нас сейчас просто превращается в поиск пароля, а не в игру. Это неприятно. Кстати, по навыкам. Инженерия 6. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Еще 4 могу добавить. Раз, два, три, 4. Я мог бы сейчас быть уже на 6 уровне инженерии. Если бы я все изначально кинул бы в инженерию. Рывок позволяет. Вот так же можно перепрограммировать сейфы без комбинации. Мне вот это очень нужно. Так, а ты что, позволяет таранить врагов и быстро уходить от опасности? У меня появляется рывок. Да, сохранить. На пробел. Он какое-то время откатывается, я понял. Еще и звуковое оповещение о том, что рывок откатился. Вообще супер. Офигеть! Прыгните в шахту, блин. Ну, это тоска, печаль на самом деле. А там пароля от сейфа нету, ни в каких коробочках, ничем. Блин, это трындец как обидно. Донатенко. Никаким ультрафиолетом он не написан. О, игра, зачем? Зачем ты так делаешь? Требуется инженер. Обидно, ладно, валим отсюда. Ребят, если вдруг кто знает, можно ли было открыть этот как-то сейф по-другому, кроме как взломать инженерии. Ну, скорее всего, там же был какой-то способ. Если на меня сейчас начнут выбегать с РПГ, будет не очень красиво.
остается одной с зарядением с хилочкой. Упс. Ждем. Ох, можно прямо в Грену выстрелить. С них микропатроны на микро-ПП. Бам. Ладно, с этими микро-ппшками... Окей. Улика преступления... Чего, блин? Ладно. Я, получается, отсюда бы зашел. Что, блин? Это от меня столько шума? Да, я их просто сбоку обошел красиво. А! Иди сюда. Неплохо, неплохо у них тут. Пулеметец. Так, нам туда, а тут что? Тут выход, скорее всего. Видимо, да. Выход с локации. Фишка с пулеметами мне и понравилась, и не понравилась одновременно, потому что меня неплохо так из них разматывают. Но с другой стороны, я их тоже накрываю неплохо. Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Не развязывай, спрашивай. Talk. Во. Yeah, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. Ты дорожишь свободой? Я тоже бесплатно не работаю. Ты дорожишь свободой? What is your freedom worth to you? That's actually a great point. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. Eh, and you guessed it. There's a funny story behind that name. One time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. Тут контейнер с OCP, и тут... Нет, ни хрена, вы чё? So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, good business is where you find it. Это, конечно, все классно. Пойдем. Огурчика.
О, моя винтовка. Пулемет мне нравится. Поэтому я буду ходить с ним. Типа любое второе оружие, которое ты с собой таскаешь, кроме своего базового пистолета. Но он хорош, поэтому я не знаю, в чем прикол. Типа, ну, вот тяжелые пушки, да, тяжелые пушки прям офигенные. Покинуть. Черт, сейф. Во-первых, сейф, а во-вторых, вот тот контейнер, в котором явно должен быть что-то крутое, он остался пустым, и меня это разочаровало. Это печально, ничего не могу сказать. Загрузки долговатые. С этим я спорить не буду. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. А откуда ты знаешь? How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. Mm-hmm. Are you in danger? Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough, he always tells me to be careful with getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. Mm-hmm. Не думал пойти в полицию? You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh, no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. Yes. But so is Nuke. And when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Понял тебя. Его жаль на самом деле, ладно. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, таким I feel bad образом. Holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee. That sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. Нет, пойдем. We will proceed with haste. Oh, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. А это вот семья? Apartment 21. Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. Думаешь, что у него отходняк? But I'm the type of person that doesn't like to be read.
Обнаружен тайник банды. Серьезно, украл часы у Брикса? Ты серьезно, блин? Он тебе столько помог, как ты сам же выражаешься, все дела. И... Ладно, мы тут нашли подпольный тайник пока что, пока мы с ним трындели. Давай, до свидания, я так и думал. Нам чуть повыше. Спасибо, спасибо. Разработчики всегда вознаграждают тебя за то, что ты куда-то пошел и куда-то заглянул. Везде хоть немножечко, хоть чего-то, но можно найти. Так что, блин, вот за это огромнейшее спасибо. Меня это достало в последнее время, последние пару лет, когда ты ходишь по большому миру, и он нафиг пустой. И даже... Даже когда ты лезешь куда-то подальше, и там ничего нет, разработчики просто такие: ага, лошара, блин, пошел исследовать мир, не надо тебе было. Тут наоборот, тут хорошо. RoboCop. Are you here about Mike? Yes, I'm sorry to hear about your husband. Oh, no, 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 no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. Что знаете о последнем расследовании? I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body. Mm-hmm. Mike went to check it out and never came back. Mm-hmm. Morgue. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction. Leads were taking him. Tried to convince him not to go. Я не знаю, что it seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me, but maybe it's in his files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? Mm-hmm. You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. Я тебя понял. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, RoboCop. Now I just need to break it down for our son. He does not know? I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. А мне можно... Мне бы часы вернуть, на самом деле.
рекомендательное письмо. Программа «Детройт против зависимости. Соглашение». Имя участника Pickles Green... Опа! Причина обращения. Джошуа принял несколько плохих решений, с тех пор был вынужден жить последствиями, но он человек великого духа и отлично работает с людьми. Я уверен, что он очень хочет сделать мир лучше, но для этого ему нужна помощь профессионала. Кого-то, кто в него поверит. Детройт против зависимости – это добровольная программа. Поэтому для того, чтобы попасть в наш центр, участник должен поставить подпись. Подпись участника. Доступен новый навык. Отлично. Фото в рамке «Семья Брикса». Где? Вон ты. That went pretty much as expected. We are not done. We're not? You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. Мы пацану отдадим часы. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? Time to kick my ass. We are going to remind Gale's son that it is past curfew. Oh, Daniel. Daniel Контурослался на месте преступления. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. Hey, smartass. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. Офигеть, они и это превратили в мини-задание. This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. Мелки с места преступления, офигенно. Мне нужно их как-то исследовать, мне что? А. Им придется и тут стрелять. Daniel! Come on, kid! Where are you? You should be somewhere around. Так. Shoe print, size 7. That's gotta be his. Ну-ка. Мило, цвет совпадает с цветами. Must have found something more interesting. Продолжить путь. So I guess you have like a... Дрянь не открывается, какой не открывался какое-то время. Yes, it allows me to see things that are not there anymore. Oh, so it's kind of like Nuke. Улик следов нет. Лишь дверь гаража плотно закрыта. То есть мы просто с первого раза нашли то, что нужно. Я просто себе сократил, типа... А тут что, человек в воздухе испарился? Прикольно. Нафиг с ручного тормоза. О, стрельба.
That was close. We better hurry. You better, though. А, они просто тренируются в стрельбе. Do it. Come on. End him. What are you waiting for? Fuck him up. He's laughing at you. Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no, it's the cops! I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa! Ты стрелял в полицейского. Поздравляю. What the hell? You're lucky that tin man here doesn't have a real heart. You'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that твои друзья отвратительные придурки, если что. Your friends are knuckleheads. То, что я искал. Them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? Because he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you tell my mom about the gun? No. She doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Oh, время покаяния. Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. В участок, да? Так. В принципе, машина недалеко. Будем тогда на этом, ребятушки, заканчивать, потому что мы и так немножечко уже превысили, из-за того, что я хотел сделать абсолютно все, мы превысили часовую длительность серии. Сейчас мы поедем, там будет еще заставка, еще что-то. Давайте уже тогда начнем с этого в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всем молодцы. Всем покеда.